Уважаемые коллеги, у нас 27 числа состоится важнейшее мероприятие, к которому мы вместе с вами уже потихонечку готовимся, но сейчас нужно будет активизировать свою работу полностью. 27 мая открытие третьего трудового семестра в нашем университете. Такая активная работа в штабе трудовых дел Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина ведется уже с апреля. Ребята готовятся к третьему трудовому семестру, который стартует уже с первых дней июня. Каждый желающий может выбрать себе занятие по душе, ведь в университете работают различные отряды. Традиционно комитетом БРСМ и штабом трудовых дел университета разрабатываются и формируются отряды следующих профилей. Это педагогические, строительные, волонтерские, сервисные отряды. В этом году наверняка будут экологические и сельскохозяйственные отряды. Многие ребята с нетерпением ждут начала своей работы. Некоторые из них не один год активно участвуют в студотрядовском движении. Среди желающих много новичков. Ведь помимо отдыха и достаточного материального вознаграждения, работа в летний период – это определенная практика и возможность открыть для себя что-то новое и интересное. Летом, в августе, я собираюсь поехать на третий трудовой семестр в лагерь «Березка» в городе Береза, как ни странно. Хотелось бы поработать с детишками и как бы потянуть свой уровень педагогического образования, то есть даже применить какие-то знания, полученные в теории, уже на практике. Вообще я хочу попробовать, что это вообще такое, попробовать, как я буду себя вести с детьми, как я какие-то новые впечатления попробовать, что это вообще такое, понять. Приобщение молодых людей к активной трудовой деятельности, связанной с будущей профессией, одно из основных направлений работы специалистов отдела по делам молодежи. Если в прошлом году в третьем трудовом семестре было трудоустроено порядка 1000 студентов, в 2014 планируется эту цифру превысить. В этом году очень большое внимание уделяется организации вторичной занятости молодежи. Как несовершеннолетних, так и совершеннолетних. То есть работать хочется всем. Нам позволяет законодательство трудоустраивать молодежь сегодня круглогодично, то есть не только в рамках третьего трудового семестра, а круглогодично. В этом году мы планируем трудоустроить порядка 10 тысяч молодежи в составе студенческих отрядов именно. Плюс индивидуальное трудоустройство, плюс занятость в лагерях труда и отдыха. Поэтому, охватим максимальное количество молодежи. Традиционно многие ребята будут работать в летних лагерях, на различных строительных и других объектах. Некоторые молодые люди отправятся трудиться и за пределы нашей страны. Главное, для этих парней и девушек лето 2014 будет не только интересным, но и плодотворным.